У вас есть дар, Дженсен. Если нужна будет работа, скажите мне. Я так понимаю, парнишка цел и невредим. Он сказал, что я должен вам оружие. Я всегда возвращаю долги. С процентами. Просто скажите, что вам известно? У Белтауэр в порту два корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю. Я только знаю, что Хэй Чжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. У Белтауэр серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Какого хрена тут произошло? И перекрыло Бродвейский туннель. Не исключено, что... Ты покупаешь или продаешь? Я буду здесь. Access granted. Access granted. Access granted. Access granted.
Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Thank you.
эту космическую станцию сбегут те, чьи планы мирового господства сработают. Если не сработают. Они спрячутся на орбите и будут контролировать нас с помощью своих шпионских спутников. Еще одно препятствие для нас, друзья мои. Дайте знать, когда будете готовы дать отпор. Тебя это тоже касается, Стив. Access granted. Последний рубеж перед тем, как вам вставят в задницу. Космические путешествия иллюминатов. Началось, друзья мои. Продолжительная миссия по контролю над вами и вашими семьями началась. И на это действие неизведанные просторы. Я сейчас говорю не о ваших задницах, там они уже побывали. Я говорю о космосе, друзья мои. Четыре крупнейшие технологические корпорации объявили о своих планах принять участие в совместном проекте «Небеса». Access granted. Ступить туда, где не ступала нога ни одного тирана, это давно не новость. Настоящая тайна, о которой вам не говорят, в том, что именно на эту космическую станцию сбегут те, чьи планы мирового господства здесь, на Земле, не сработают. Если не сработают, они спрячутся на орбите и будут крупников. Еще одно препятствие для нас. Моим ребятам есть чему у вас поучиться, Дженсен. Тонг, как вы попали на эту частоту? Это древняя китайская тайна. Значит так, вы отнесете пакет в кабинет управляющего Вана. Положите его на стол этому ублюдку и запустите. Все ясно? Ясно, что я оказываю вам услугу, а мне что с этого будет? Взрыв отвлечет охрану. Вы запрыгнете в грузовой контейнер и вперед. Но у вас всего одна попытка. После запуска таймера дороги обратно не будет, понятно? Понятно. Запускать, когда буду готов. Access granted. Access granted. Access granted. Access granted.
Чао Павел Тюм! Мне даже неудобно об этом говорить, потому что эта тема обсуждалась тысячу раз. Шариф и Чао одного поля ягоды. Ягоды, выросшие на крови. И дело не в том, что оба они руководители, получающие прибыль с тех, кто вставляет себе в разные органы механические игрушки. Дело в том, что они оба подчиняются нашим председателям, или, как я их называю, надзирателям. Стоит ли Дэвиду Шарифу опасаться Китая? Интересный вопрос. Моей первоначальной реакцией было сказать «Да, конечно!» Это нафиг не сдалось. Хочешь что-то сказать, лейтенант? Я солдат, а сэр, не похититель. Заткнись, Ли. А не то пойдешь под трибунал за свои бунтарские замечания. Это всех касается. Будьте начеку. За груз головой отвечаете. Ясно? Есть, сэр. Access granted.
тебе не говорили, куда эти контейнеры отправляют? Говорили, что это секретно. А они говорили, почему в них держат людей? Я вопросы не задаю и тебе не советую. Жуть какая-то. Небось, для какого-нибудь эксперимента с бессмертием. Все мы сейчас лабораторные крысы в клетках. Access granted. Access granted. Access granted. Shit! So that distraction wasn't just for me, was it, Tom? Richard, I'm going off the grid for a while. Not sure how long. Why? What are you up to, Jensen? Following a lead. And where exactly is this lead taking you? You there! Get that cargo, clear the fire! We're pulling out now! Load and secure those bonds! Answer me, Jensen. Where are you going? Hell if I know, Pritchard. Hell if I know.